С каждым днем погода становится жарче, а значит курортный сезон все ближе. В нашем районе завершается подготовка к его началу. Для того, чтобы обсудить состояние готовности отрасли и внести при необходимости коррективы, состоялось совещание при главе Славянского района. Роман Синеговский с руководителями баз отдыха, пляжей и детских оздоровительных лагерей, а также главами Ачуевского и Черноярковского сельских поселений обсудил уровень подготовки объектов к курортному сезону. Курортная отрасль в нашем районе востребована и развивается хорошими темпами. Прирост числа отдыхающих на 20-25% в год – убедительное тому доказательство. Но успех должен быть обеспечен реальной заботой о развитии. Глава Славянского района подчеркнул, что мелочей здесь быть не может. К приему отдыхающих гостиницы, базы отдыха, детские лагеря и пляжи должны подойти во всеоружии. Это и строгое соблюдение требований безопасности, в том числе и пожарной, хорошее снабжение водой, электричеством, достойные дороги и необходимый санитарный порядок. Нужно побеспокоиться и об организации дополнительных автобусных рейсов к берегу моря. Не каждый может сегодня позволить себе поехать на Черное море, да, в Геленджик, или там, в Новороссийск, или в Анапу. И все мы с вами знаем, как будут забиты трассы. Нам сам Бог велел организовать, чтобы вот, жители были у наших. Нам выгодно при любых условиях. По поручению главы будет организован автобусный маршрут из районного центра на Азовское море к пляжу «Оазис». Кроме того, Роман Синеговский поручил своему первому заместителю Евгению Колдамасову и специалистам администрации лично проверить готовность территории пляжа в Ачуевском поселении, лагерей «Ровесник» или «Бяжий берег». Времени осталось совсем немного, чтобы приготовиться к приему отдыхающих на все 100%. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».